Подожди, я не понял. А! Они 14 февраля празднуют, просто у Зубарева же завтра день рождения. Завтра же, 15-го. Алло. Да? Ну вот. Не, просто Stream Inside почему-то его поздравили с днем рождения. Хотя сегодня 14-е, а у него 15-го. Там уже 15-е. В смысле? Они что, на другой планете, что ли, вообще? Как это уже? Так праздновать-то они должны вечером следующего дня, то есть 15-го. А не среди ночи такие, воу! Время! Сейчас проверим. Алло, там 2 часа ночи. Господи. Зеру своего возраста, я уже 30, мне очень важно найти в жизни человека, с которым я хочу разделить всю свою жизнь. Да ладно! Да ты шо, серьезно? Ты чё, старый? Кто? Ты мне говоришь? Ты посмотри, что происходит. Что она скажет? Ура! Я такое пропустил. Реально надо было ехать, ё-моё. Насрать, если бы даже в тюрьму меня посадили. Ой-ой-ой-ой. Саня, шо ж ты не сказал-то, а? Просто на... А ты не приехал. Так как кто ж знал-то? А если бы он сказал... Не, ну я поздравляю Александра, это, конечно... Вот это событие. Вот это, конечно, событие. Поздравляю, реально. От души. От души, как говорится, реально. Я в шоке. Неожиданно было. Даже меня не предупредило. Я в шоке. Да смотри, так это конец видоса был, все. А свадьба когда? Чат поддержите донатами на эту тему. Сегодня мы прощаемся со стримером Лысусом, Хесусиней. Прощай, легенда. Тебя не стало от аппендицита. Ты чё, дурак? Эту инфу разгоняли в ТГ твоем. Анал порвал? Кого? Какой аппендицит? Свадьба когда? Я надеюсь, она будет не в Таиланде, если будет, конечно. А то, как я знаю, некоторые свадьбы в принципе не справляют. Вот. Или как это еще называется-то? Когда вдвоем они проводят где-то время, без толпы, вот без этой, всей этой пафосной херни в виде свадьбы, а просто едут отдыхать. Я считаю, что так на самом деле куда лучше, чем вот устраивать какие-то пьянки, потом драки, в кучу бабла в это вливать. Лучше, я не знаю, на Мальдивы на эти деньги отправиться там на лям баксов и отдохнуть, реально, вдвоем. Это намного лучше, чем какая-то там свадьба. Вот, поэтому не знаю. Но если будет... Надеюсь, не в Таиланде, пожалуйста. Не надо. Можно где-нибудь в местах более приличных. Медовый месяц. Ну, типа того, да. Типа того.